На торжественное шествие праздничных колонн вышел, казалось, весь город. Представители администрации, политических партий, организаций, предприятий, школьники и студенты. Сотни людей с флагами, георгиевскими лентами, цветами, транспарантами и воздушными шарами под военные песни минувших лет шли от школы искусств Гамма до Вечного огня. Хмурое небо и холодная погода не помешали катлашанам прочувствовать важность события. Знаете, для такого праздника, наверное, любая погода нам не помеха, потому что в этот день вся страна объединяется, ну и, конечно же, жители нашего города. Традиционно мы выходим в колонну, возлагаем цветы, потому что это священный праздник для нашей страны. Да, мне очень почетно пройти в этой колонне, потому что у меня и дед, и бабушка в свое время воевали, участники оба Великой Отечественной войны. В этих колоннах мы проходим, чтобы отдать дань памяти погибшим ветеранам, которым мы будем благодарны всю жизнь за то, что мы живем в мире. Это традиция, это святое, это каждый раз хочется пройти, почтить память. Среди участников шествия было немало катлашан, которые несли в руках портреты своих родных и близких, погибших во время войны и ушедших в послевоенные годы. Это бессмертный полк, неугасаемая память о тех, кто подарил нам победу. Отец воевал на реактивных «Катюшах». Мама с 22 года, папа с 23-го. Оба ушли на фронт. Конечно, их уже нет в живых, но мы чтим их память. Это у меня дядя, он служил, ну, как бы, в годы войны в НКВД. Это мой дед, Козлов Александр Петрович. Службу начал, то есть, ну, призвался в ряды Красной Армии в 42-м году, в возрасте 19 лет. Имел 2 ранения, медаль за отвагу. Участвовал в боях в Воронежском, Орловском направлении и был участником Курской битвы. Это наш отец. Залесов Иван Афанасьевич пропал без вести в 42-м году после госпиталя в Казани. И всегда я вспоминаю его и в детстве, как мама рассказывала, когда пришла похоронка, мама плакала, а я ходила вокруг нее и говорила: «Мама, не плачь, не плачь». Дядя-то придет, придет, и мы всю жизнь его ждали. Массовое шествие колонн завершилось минутой молчания у Вечного огня, после чего прошла церемония возложения цветов к подножию неизвестному солдату. Участники боевых действий, труженики тыла, дети войны с благодарностью наблюдали за сотнями катлашан, которые пришли в этот день, чтобы почтить память погибших и пожелать здоровья здравствующим. Очень доволен я, что молодые, вот сами видите, подходят с уважением и даже не в праздничные дни встретят на улице, всегда уже поздороваются. Мы должны и обязаны помнить, какой ценой завоевана эта великая победа, и передать эту память последующим поколениям, сохранить мир и приумножить нашу силу, могущество и обороноспособность нашей страны. С праздником, катлашане!